Всем добрый день! Вы на канале вязания от Ангелины Азимок. Сегодня хочу предложить вам разобрать узор. Вот он у меня в сотовом телефоне есть. Вот такого плана. Топик. Разноцветный топик. Есть в таком цвете. Есть поярче. Вот. Как это вяжется? Я связала скромнее. Связала в моих любимых голубых оттенках. У меня два цвета. Немножко меланж и синий. Вот. Но вязание точно по схеме. Схема у нас интересная. Мы будем вязать так по вертикали. Прямоугольничек, потом плечи и уже бока наращивать. Вязание интересное. Предлагаю посмотреть. У меня вот такая схема. Очень интересная. И часто мы ее встречаем в интернете. Как она вяжется? Интересно. Сначала вот такими вертикальными полосками туда и обратно, а потом все потом. Что мы делаем? Нарисованная линия. Набираем воздушные петли. Я набрала 50 и провязала 50 столбиков с одним накидом. Вот. Набираем любым способом. Я набрала просто воздушные петли. Вот. И провязала 50 столбиков с одним накидом. Теперь что мы делаем? Я думаю, вот с этим справятся все. Набрать и провязать. Теперь что мы делаем? 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Возвращаемся. Вот мы откуда начинали вязать. Вот в эту петельку. Присоединились. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И теперь, смотрите, в каждую петлю, так, пропустила, в каждую петельку вяжем столбик с одним накидом. В каждую петельку, в которую мы уже вязали, первые наши столбики, провязываем еще 50 столбиков. Я провязала столбики, и получилась вот такая ленточка. Что мы делаем дальше? Пока схема у нас будет лежать вот таким образом. Вот наша ленточка. 3 воздушные петли подъема, 1 воздушная петля узора, столбик с накидом. Мы вяжем филейные квадратики. На схеме они с двумя воздушными петельками, а я хочу с одной, чтобы сильно не было больших дырочек. Довязываем до конца ленты. И в самый последний столбик нужно связать вот такую вот штучку. Сейчас покажу, как это вяжется. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Поворачиваем вязание. Один столбик пропускаем. Следующий вяжем. Следующий вяжем столбик с одним накидом. Воздушная петля. Вяжем такими филейными квадратиками до конца ряда, а в самом конце покажу, как вязать. Вот такое вязание. Доходим до столбика, один пропускаем, последний вяжем. Вот это вот важно посмотреть. Столбик. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. 5. И в этот же столбик еще один. Это как, знаете, как реглан. Будет идти прибавочка петель за счет вот этой арочки. Вот. Воздушная петля. По центру. Вот наш столбик по центру вяжем. Ниточку сейчас уберу, чтобы не мешалась. Столбик с накидом. Воздушная петля. И столбик, самое начало. Столбик. 1, 2, 3, 4, 5. И в этот же столбик еще один столбик с накидом. Что должно получиться? Вот. 1, 2, 3, 4. Смотрим схему. Вот она у нас. 1, 2, 3, 4.
от арочки, и мы будем вязать игла. Каждый раз у нас 5 воздушных петель будет. 1, 2, 3, 4, 5 разочков. Это мы будем повторять. Один ряд будет всегда просто столбики, второй филейный ряд. 5 рядочков нам нужно провязать, а потом будем вязать просто столбики, соблюдая регланные линии. По реглану мы будем в каждом ряду добавлять 3 столбика в центр столбик. Вот. Теперь наша задача. Развернулись, воздушную петлю провязали, один столбик пропустили, в следующий вяжем. Воздушная петля, пропустили, вяжем. Вяжем до конца ряда, и потом все наши столбики будем вязать. Весь наш ряд будет просто столбики. Вот такой рядочек у нас получается. Набираем 3 воздушные петли. Вот. Я набираю 2. Так край аккуратнее смотрится. Подъемные петли. Теперь идем дальше. Вяжем за столбик и между. Вязание очень простое, особенно если разобраться в схеме. А мы с вами практически разобрались. Связали полосочку, филейный ряд. Теперь просто столбики. И я вяжу из миксовой пряжи, слонимская пряжа микс, чем нравится, когда такое простое вязание, нет узорчиков, микс, он всегда красиво смотрится. Довязываем до нашего уголочка и смотрим, как его провязать. Довязываем до нашего уголочка и в эту арочку мы вяжем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше вяжем по узору столбик, столбик, между столбиками. И наш реглан провязываем. Второй, да? 5 столбиков. Вот они у нас. 5 столбиков. В следующем ряду 2, 3, 4, 5. Сейчас мы с вами отметим маркерами центральные столбики. Вот. 1, 2, 3, 4, 5. Отмечаем маркерами центральный столбик. Вот он у нас. Это у нас столбик реглана. С одной стороны и с другой стороны. 1, 2, 3, 4, 5. Центральный. И в следующем ряду, когда мы будем провязывать филейные квадратики, мы в этом столбике вяжем столбик. Вот повторяем вот эту галочку. Столбик, 5 воздушных петель, столбик. Вот в этом месте и в этом столбике. Вот такой узорчик, схема. Провязали. В следующем ряду в центральном угловом столбике мы вяжем столбик, 5 воздушных петель, столбик. Дальше все по узору. И опять, провязав 5 столбиков, мы выделяем центральный столбик и в него провязываем такую галочку, регланную линию. Это вот самое главное. 5 вот этих рядочков, они все одинаковые и вяжутся так, как мы с вами провязали вот первые рядочки. Филейный квадратик вяжется вот таким образом, уголочек. Просто столбики, в каждую арочку 5 столбиков. И выделяем маркером центральный. Вот. 5 рядочков вяжем без изменений, без прибавлений. Прямая линия, это наш вырез будет. Если по схеме смотреть, вот, это будет наш вырез. И вяжем вот эти рядочки таким овалом. Небольшой нюанс. Вот где стоит наш маркер, как провязывать
этот уголочек. Делаем не одну, а две воздушные петли. Пропускаем 2 столбика, потому что по-другому тут не получится. И вяжем 1, 2, 3, 4, 5. То есть в уголочке будем провязывать филейный квадратик с 2. Раз, 2. Воздушными петельками. И внизу пропускаем 2. Вот. Все остальное вяжем по одному. А вот этот уголочек придется провязывать по 2. По 2 воздушные петельки, пропуская 2. Иначе узор не получится. По центру мы вяжем также 1 воздушная петля, столбик, воздушная петля, столбик. А уголочек 2 воздушные петли, пропускаем 2 столбика и в центральный столбик вяжем. 1, 2, 3, 4, 5. Я провязала несколько рядочков. Вот такая получается красота у нас. Вот маркеры я ставила в самом начале в уголочках. Провязала 4 филейных ряда. 1, 2, 3, 4 и 5 филейный последний ряд. Мы вяжем, смотрите, каким образом. Нам необходимо нарастить вот наш вырез. Мы связали вниз, теперь нам нужно плечи нарастить. Наращиваем плечи в последнем вот филейном ряду. Провязали вот этот рядочек. Теперь вот этот ряд. Перед тем, как мы его вяжем, нам нужно добавить. Вырез на спинке будет меньше, впереди будет больше, да? Вот. Насколько больше? Набираем петли, чтобы потом можно было связать филейные квадратики. То есть 2 петли – это филейный квадрат. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 8 филейных квадратиков я набрала. 16 петель, да? Теперь нам надо их связать. Держим палец. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Это у нас филейный квадрат. Поворачиваем в обратную сторону и провязываем квадратик. Воздушная петля. Внизу пропускаем 1 и вяжем филейный квадрат. Воздушная петля. Внизу пропускаем и вяжем филейный квадрат. То есть теперь наша задача провязать все филейные квадратики и продолжить наш узор, который у нас есть. Для того, чтобы это сделать с другой стороны, филейные квадратики мы все вяжем, присоединяем вязание, вяжем, 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 доходим до второй половинки, а здесь у нас ничего нет. Здесь мы должны привязать из другого моточка ниточку и прибавить также 16 воздушных петель. Когда мы уже дойдем сюда, здесь у нас уже веревочка будет привязана, и мы просто-напросто вяжем наши филейные квадратики. Довязала филейные наши квадратики, и теперь мы также вписываем их в узор. Как он у нас есть. Вот это у нас будет последний филейный ряд. Потом мы вяжем только столбиками с одним накидом. Все наше вязание. Хотя можно чередовать. Тут уже, знаете, кому как вот нравится. Вот, филейный квадрат. Вяжем, вяжем, вяжем. Наш уголочек вывязываем. Все. Так, есть. Я вот привязала с обратной стороны еще веревочку, как говорила. Нарастила, просто отдельно вот привязала и набрала. Все, ввязываю узор наше плечо. Единственное отличие будет нашего уголочка в том, что мы будем вязать вот как мы вязали реглан. А теперь мы будем в центральном столбике вязать 3 столбика. В каждом ряду в одном центральном 3 столбика. 3 столбика и до самого окончания нашего вязания. Вот и все. Вот так регланчик будет. Основу вот такую красивую мы с вами связали. Теперь только столбики
с одним накидом. Я провязала вот почти основу нашего топика, нашей кофточки. То есть мы с вами нарастили. Вот у меня веревочка здесь, ниточка здесь. Нарастили. И провязали, опять же, туда и обратно, как мы с вами и вязали, плечи. Повязали плечи. Теперь нам нужно... Я поставила маркеры. То есть мы вот эту сторону уже не вяжем. Это вот будет пройма. А вяжем от маркера. Отметили. Привязываем веревочку и опять вяжем по квадрату. То есть если по схеме мы с вами связали, нарастили, провязали плечо. Теперь будем вязать от плеча. Опять вот так вот туда и обратно. Туда и обратно. На тот объем, на ту ширину, которая вам необходима. Вот. Что еще нужно иметь в виду? Я связала вот это у меня перед. Почему? Вырез поглубже. Я связала спинку. Я вам сейчас покажу, в чем разница. На спинке я нарастила только 4. Привязала ниточку на 4 филейных квадратика. А впереди на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 филейных квадратиков. Вот. Потому что вырез впереди у нас в любом случае должен быть больше. Вот плечики мои, все здорово. Ровно так же связала все по схеме. Вот. В чем отличие спинки от переда? На спинке, смотрите, пройма. Вот. У меня длиннее. То есть я связала больше расстояния для проймы. Это у нас для ростка, для удобства ношения. Если здесь впереди я оставила на передней полочке 14 филейных квадратиков, на спинке 16. Вот. То есть пройма у меня будет больше. Вот если мы плечи у нас одинаковые абсолютно, мы будем сравнивать. Вот. Еще спинка у меня продолжается, а перед я буду вязать чуть длиннее. И потом уже будем все соединять, все сшивать. И для проймы я провязала 1, 2, 3, 4 филейных квадратика. Это для моего объема. Для вашего объема все будет немножко по-другому. Вот. То есть мы привязываем ниточку там, где у нас стоит с вами маркер. И вяжем точно таким же узором. Я решила разбавить еще филейными квадратиками, потому что просто столбиками. Можно просто столбиками, но скучно же. Вот, поэтому привязываем там, где маркер, нашу ниточку и начинаем вязать. Я чередую филейные квадратики с простыми столбиками. Еще один нюанс. Как мы провязываем уголочки? Как я провязываю уголочки? На схеме все это есть. Вот таким образом. Дошли до уголочка. Помните, у нас были 3 столбика. Вот центральный столбик, я вяжу столбик, 3 воздушные петли, столбик. Там, где 3 воздушные петли, у меня просто 3 столбика. В следующем ряду я опять в центральном столбике буду вязать вот такую галочку. Все точно по схеме. Теперь задача провязать впереди еще бока. Бока наращиваем и сшиваем. Если длина коротковата будет изделия, да, после того, как мы сошьем, нарастить длину всегда можно вниз. По кругу уже будем идти, если будет необходимо. Вот. Потом плечи сшиваем. Обвязочку горловины делаем. Наша кофточка готова. Хотела показать такой небольшой нюанс. Именно как я провязываю уголочек. Вот здесь вот, но он немножко стягивается. Хочется сделать пошире почему-то внизу. Это вот вниз изделия. Поэтому я в самом, вот смотрите, уголочке, тот ряд, который у нас мы провязывали все время 3 столбика, потом я перехожу на филейный квадратик, вяжу 3 воздушные петли, и в следующем ряду вот мои 3 столбика, 1, 2, 3, я в каждый столбик, смотрите, не через столбик, а в каждый столбик провязываю вот столбик, воздушная петля, столбик, не пропускаю столбик, то есть вот в эти 3 петельки я в каждый столбик вяжу столбик, не пропуская. И вот в 5 столбиках с
того момента, как я начала вязать филейное вязание, вот в эту галочку, вот она мне идет, я провязываю в каждый столбик все 5 столбиков. Между ними не оставляю. То есть расширение здесь хочу в уголочке сделать, потому что низ он почему-то стягивается. Таким образом, кофточка завершилась. Что я сделала? Сшила плечи и сшила бока с изнаночной стороны. Добавлять пройму можно сколько нужно для вашего объема. И потом просто-напросто сшили. Длину всегда можно нарастить. Одну полочку, вторую вместе. Тут уже вы решаете сами. Вязать по кругу просто столбиками или филейными квадратиками. Я думаю, что умеют все. Если хочется связать рукавчик, тут очень все просто. У нас уже с вами есть основа. Точно по этому узорчику можно вязать филейные квадратики, либо такой же узор продолжать через ряд. Ряд столбик и ряд филейные квадраты. Просто-напросто на пройме присоединяем ниточку и вяжем все по узору. А узор у нас весь есть. Ничего придумывать не надо. Вот, если вы решите оставить столбиком, тоже здорово. Пишите, как вам идея. Идея взята из этой схемы. Таких кофточек в интернете у нас много. Всем огромное спасибо. До новых встреч. Вяжите с удовольствием.